с коридора второго этажа с левого крыла. Первая комната. Гардеробная целая, вторая комната. Рамы целые, разбиты стеклопакеты. Так, все целое. Игровая комната. Все целое. Так, здесь окна целые, окна целые. Здесь окна целые. Окна целые. Так, следующая комната, пятый кабинет, дверь. Менять. Рамы целые, разбиты стекла. Батареи целые. Батарея целая. Рама целая. Рама целая. Так, потолки целые. Двери надо заменить. Следующий, седьмой кабинет. Все целое. Да, попали в стены осколки. Это косметическое. Рама целая, стеклопакет нужен. Батареи целые. Батареи. Что это такое? Батареи, что-то. Что с батареей надо сделать? Вот так. Дверь. Седьмой, библиотека. Четвертый кабинет. Относительно все целое. Дальше коридор. Так, тамбурчик здесь. Стекла разбиты. Надо снять стекла. Дальше. Это вниз лестница. Следующий кабинет. Номер 9. Здесь рамы целые. Рамы целые. Нужны стеклопакеты ставить. Есть в стенках осколки. Небольшая косметика. Дверь целая. Сверху стекло на двери надо. Здесь сверху на двери стекло. Номер кабинета не понятен. Следующий за девятым. Здесь отверстие в стене. Изменена геометрия плит. Раму нужно менять, батарею тоже надо менять. Вырвала ее. Конечно, фасад поврежденный. Поврежденный фасад. Помещение котельной. На крыше отверстие от какого-то снаряда. Надо крышу снимать, смотреть, что с ней. Ну, соответственно, подоконник сюда надо. Так, кабинет 8, кабинет 6, 8. Шестой кабинет. Отличное состояние, почти все целое. Кабинет 8. Тоже все целое. Окна целые. Все целое, батарея целая. Кабинет непонятно какой следующий. Здесь раньше было видно разбитое окно, но его тоже надо поменять. А так все целое. Дальше что нужно? Душевые перемычки все побитые, разбиты все раковины. Окно, рама целая, выбиты стекла. Надо стеклопакеты. Перемычки, кафельная плитка сверху разбита. Ну, возможно, здесь и санузлы, унитазы тоже надо менять. Между туалетом мужским. Стенка.
вся в трещинах, примочка, ее надо менять. И дальше она в состоянии таком, что вот-вот упадет. И она вся наклонилась, пошла вперед. Видно по потолку, видно, как она отклоняется. Вот она. Расширяется, расширяется, расширяется. Здесь перекрытие над туалетами тоже пробито осколками плиты. Надо менять. Разбито все. Тут попал снаряд, видно. Отверстие пробито. Все душевая. Надо менять. Панели перекрытия тоже. В панелях перекрытия отверстия от осколков. Бойлер, соответственно, тоже весь осколок. Скорее всего, вот эта стенка передняя, наружная стена тоже пошла в сторону. И двери душевую. Срамы все вместе. Так. Кабинет номер 12. В нормальном состоянии. Практически повреждений нет. Кабинет номер 14. В нормальном состоянии, повреждений нет, двери целые. А где кабинет номер 14, надо менять дверь. Кабинет номер 16, тоже дверь треснула, треснула дверь, вот. Внутри комнаты состояние отличное, окна целые. Окна целые. Кабинет номер 17. Это душевая. Еще одна. Стенка без душевой следующей комнатой повреждена. Ее надо снимать, демонтировать. Что-то непонятное с откосом. Соответственно, повреждена рама и стеклопакеты. Надо менять. Умывальники почти целые. Кабинет. 19 кабинет. Это туалеты. Здесь тоже что-то с стенкой после взрыва подвезли. Унитазы повреждены. Везде повреждена батарея, сорвана. Двери душевой кабины, последний унитаз, тоже сорваны. Рама повреждена, выбита. Надо менять окно полностью. И вот эта вот стенка-перемычка, тоже видно, какая-то трещина была. Дверь нормально, только вот тут надо стекло вставить. Здесь кабинет номер. Какой 18-й кабинет? Дверь надо менять. Взрывом вырвала дверь. И комната более-менее целая. Но вот трещинка по потолку какая-то идет. Кабинет, наверное, 11-й. Двери, соответственно, нету. Разорвано все.
здесь куча на стен, не повреждения от осколка. Панели перекрытия были смещены, видно. Батарея вырванная. И рама повреждена с подоконником. Этот тамбурчик здесь тоже, окна повреждены, вырваны. Возможно, окно сохранится, но стеклопакеты надо менять. И здесь отходит стена, потому что наличник. Отходит. Вот. Стена пошла отходить наружная от внутренней рамочки. И эта стена повреждена. А здесь комнаты все, считай, разрушены. Все перемычки на косую, плиты. Все под завалами. Комната вот эта вот. Окно разбито. Мне кажется, надо и раму менять. И двери нет в этой комнате. Вот эти вот все комнаты, которые здесь есть, все перемычки, все панели, все туда повреждено. Мне кажется, надо вот эту вот стенку разбирать, несущую до связки между панелями. Вот это пол панели тоже надо менять.